Всем хай, с вами Лего Хэл, и сегодня у нас самоделки-отделки, новый обзор на моего самодельного машины, машина Бука-Бука. Как мы знаем, Бука-Бука в этом наборе такой злодей, я его обновил, как вы знаете, и появился в моем вселенной два новых злодея, братья-призраков. Один черный с золотыми наплечниками, а другой с большими ногами. Я ничего не придумал, пишите в комментариях, как их. Они хотят похитить древний артефакт под названием Бука-Джука, который является два ключа к порталу тьмы. Да, они будут в команде капитана Дэйва, но... Ладно, с вами был Лего Хэл, ставьте лайк. Косики! И пишите в комментариях, как вам летающая тарелка Бука-Бука. У него даже никаких функций нету. Оно вот так, типа, открывается. Ну, тяжело же просто открывается. Вот все, вот так открывается. Но это бессмысленно его так открывать, потому что, короче, сам Бука-Бука, я ему добавил только глаза и все. Ладно, с вами был Лего Хэл, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И давайте наберем к Новому году 100 подписчиков или хотя бы 90. Потому что на Новый год вас ждет обзор на самый большой набор по ниндзяго фильму. Ну, это по 2017 года, второе полугодие, корабль ниндзя. Ну, китайский, его можно заказать через интернет за 1600 гривен, а сама доставка будет стоить 100 гривен. Короче, вам понравится этот набор. Всем пока, всем удачи.